Всех приветствую на канале LeanSwitch. В этом видео я покажу, как установить Arch Linux за 5 минут. Устанавливать будем на виртуальной машине, это удобнее для демонстрации. На реальном железе процесс будет таким же. Первое, что нам нужно сделать, это скачать образ. Заходим на официальный сайт, Download. Скачать можно либо через торрент, либо с одного из зеркал. Выберем, например, это. Нажимаем на файл образа. Создадим виртуальную машину. Главное поменять режим загрузки BIOS на UEFI. Запускаем машину. Для большего удобства немного увеличу размер шрифта. Перед началом установки проверим, есть ли у нас интернет. Ping. Arch Linux. Org. Ping показывает, что интернет есть, значит можно качать установочный скрипт с GitHub. Для этого воспользуемся утилитой curl. Команда может показаться сложной, но если понять ее структуру, то все просто. Сначала идет сама команда, далее ключ O, сохранить файл под оригинальным именем, ключ L, следовать перенаправлениям, важно для GitHub, далее адрес raf github usercontent.com. Далее имя пользователя LeanSwitch. Название репозитория Arch Install. Ветка в репозитории Main. Папка Scripts. И название самого скрипта 0.4, btfs, файловая система, lux, шифрование и загрузчик systemd boot, sdboot.sh. Скрипт скачался, запускаем таймер и запускаем скрипт. Для этого сделаем его исполняемым с помощью команды chmod плюс x, название скрипта 0.4, нажимаем tab для автодополнения. Запускаем сам скрипт, точка, слэш, название файла, tab для автодополнения. Введем имя компьютера, пусть будет Arch. Зададим пароль администратора. Введем имя пользователя. Зададим пароль пользователя. Выберем диск. В нашем случае это диск номер 2. Введем yes для продолжения. Система предлагает нам ввести yes для создания зашифрованного раздела. Пишем yes большими буквами. Зададим пароль для зашифрованного раздела. Создается зашифрованный раздел. Так, раздел создался. Теперь нужно ввести пароль для того, чтобы его открыть.
Пока идет процесс установки, расскажу, что происходит на экране. После того, как открылся зашифрованный раздел, скрипт создал подразделы файловой системы BTRFS. Настроил файл подкачки и обновил список зеркал. Сейчас система скачивает необходимые пакеты. После установки базовых пакетов скрипт установит и настроит загрузчик, сгенерирует локали и выставит часовой пояс. По умолчанию это Москва. Создаст пользователя и предоставит ему права администратора. Может возникнуть закономерный вопрос, почему именно Arch Linux, а не, например, Ubuntu? В отличие от Ubuntu или Mint, Arch дает чистую и гибкую систему без предустановленного софта. Мы начинаем с минимальной базы и добавляем только то, что действительно нужно. Можем сразу выбрать полноценное окружение, например, KDE, Plasma или GNOME. Или можем выбрать конструктор, вроде современного Hyperland или популярного i3. И, конечно же, только те программы, которые нужны именно вам. В этом примере скрипта используется Lux, это надежное шифрование диска для защиты данных, BTRFS, современная файловая система со сжатием и снимками для быстрого восстановления, Systemd Boot, минималистичный загрузчик, идеально подходящий для UEFI. Конечно, это не единственный вариант. Можно поставить групп, использовать EXT4 или вовсе обойтись без шифрования. Но здесь выбран баланс между надежностью, современностью и простотой. Arch Linux хорош тем, что он не ограничивает и не навязывает. Система становится именно такой, какой вы ее хотите видеть. И в этом его сила, свобода и полный контроль. Установка завершена. Теперь нам нужно только перезагрузить компьютер. Пишем reboot. Вводим пароль нашего зашифрованного раздела. Вводим имя пользователя, пароль пользователя. Система загружена и готова к работе.